Всем доброе утро! У нас сегодня понедельник. Я приехала, только что завезла Кэтрин в школу и решила остановиться возле Пьера, посмотреть и показать им эту красоту. Там вроде бы пытается выходить солнце, в то же время идет дождик. В общем, такая необычная погода. Смотрите, как у меня волосы сильно отросли. Но скоро я их буду поправлять и придавать им снова форму. В общем, столько мне всего хочется рассказать. Но здесь очень шумно, поэтому все, я буду что вам рассказывать, буду в машине. Опять у нас пришло лето, опять все завалило водорослями. Как у кого-то зимой сейчас заваливает снегом, а у нас, как приходит лето, все вот такие вот сугробы этих вонючих противных водорослей. Они еще, кстати, не воняют нормально. Просто лежат себе, лежат. А в том году, помните, раз было, что вообще, которые воняли прям до такой степени, что нам в масках ходили, вообще жесть просто. Красота! Смотрите, здесь у нас после урагана закрылось здесь все. Дания Бич Гриль. Временно закрыто. Смотрите, как прикольно, велосипеды здесь. Я не знаю, либо я не обращала внимания, либо их здесь не было. На прокат можно взять велик. Здесь заплатить. Вот здесь стоим. Смотрите, цена какая. Полчаса $5. Один час $10. Целый день $50. Берешь велосипед и потом паркуешься в любом другом месте, которое имеет такие же вот эти станции. Прикольно? Чувак отдыхает на пальме. Карта нашего района. Я живу в Холливуде. Это Дания Бич у нас. Халмдейл Бич. Вот так вот здесь у нас классно. Ладно, я поехала домой. Сейчас включу камеру и немножко вам расскажу, что происходит в моей жизни. Ну что, всем доброго утра еще раз. Давайте я вам немножко расскажу, что происходит в моей жизни. Начнем с того, что вчера я приехала домой после работы. И мне так захотелось пельменей. Что я, несмотря на то, что я спала, не знаю, сколько там, максимум 3-4 часа за последние двое суток, я собралась и поехала в русский магазин и купила пельмени, оливье, селедку под шубой, пряников, что еще я купила. В общем, всякие такие, такая русская еда, по которой я, не знаю, почему-то соскучилась. Семечек купила. Всего я этого поела вчера. И сейчас у меня желудок просто сходит с ума, честно скажу вам, потому что, видимо, он у меня немножко отвык от такой еды. Вот. Аби. Сейчас я приеду домой, покажу вам, как она сейчас у нас выглядит. Я вам так и не показывала, только фотография, там у меня, я выставляла себя с розовым гипсом, она у меня. Операция у нас будет завтра. Завтра с утра я ее везу с утра в госпиталь. Конечно же, пошел дождик. Что завтра утром я ее должна в 7:38 оставить в больнице. Ей сделали операцию, и потом нужно будет ее забрать. Завтра я работаю, поэтому Аня, моя подруга, она мне поможет, она завтра заберет ее из больницы, и после работы я уже заеду и заберу ее. Такие вот дела. Так что надеюсь, что операция пройдет без всяких там последствий осложнений, еще чего-нибудь. И наконец-то Аби у нас сможет снова выходить и бегать, как нормальная маленькая собачка. Ну, кстати, она носится как сумасшедшая, скажу я вам, потому что вот она сейчас на обезболивающем, и доктор дал вот два лекарства каких-то. Одно обезболивающее, чтобы не чувствовать боль, чтобы немножко расслабились мышцы.
И второе, не знаю, что именно, но, в общем, эти лекарства ей хорошо помогают, что она, несмотря на то, что у нее лапа в гипсе, она носится вместе с Рос, играет, пытаясь ее останавливать, но она все равно. Вот, и завтра, когда после операции, мне сказали, чтобы поставить, знаете, какую-то огородку, чтобы она там какое-то время сама была, чтобы она не бегала, чтобы она не прыгала. Вот. Не знаю, есть ли у меня что-то дома или нет. Нужно будет это все найти обязательно. У нас была какая-то, кстати, такая штука еще с давних времен. Вот. Нужно ее найти и снова поставить. Такие вот дела. А что еще произошло? У меня сейчас такие сумасшедшие выходные, что я работала в пятницу вечером. У нас была вечеринка, джамайская вечеринка, до 6 утра я была там. В 9 утра я поехала уже на другую работу, в отель. Отработала там я где-то часов до 4. Я попросила девочку, чтобы она за меня поработала в субботу в Татьяне, но потом в конце концов получилось так, что все-таки я вышла туда на работу. То есть я до 4 отработала, приехала домой, приняла душ и поехала снова в Татьяну. Это в субботу отработала там, ну хорошо, что они мне дали уйти домой пораньше. Ушла я домой где-то час, и утром к 8 мне нужно было снова ехать в отель опять. На работу туда же. Вчера там я отработала тоже где-то до 4 часов, около 5 я была дома. То есть сумасшедшие, вообще сумасшедшие были выходные. Вот. И работаю я сегодня вечером там, и завтра вечером тоже я работаю. И с другого ресторана, где я работала, я все, больше я туда ходить не буду, я туда ушла. В общем, сейчас у меня это только отель. И плюс Татьяна. Но в отеле у меня дней немного, по 3 дня пока выходит на неделю. Но я надеюсь, что у меня будет больше времени, часов там, что я смогу больше работать. Посмотрим. В общем, сейчас такое расписание у меня, что у меня неделя получается свободная. Может быть, там я раз в неделю, два раза на неделю вечером работаю. А так вся неделя мне получается свободно, но выходные у меня, видите, как видите, сумасшедшие. То есть там двое суток, можно сказать, без сна я работаю. Но мне это, в принципе, устраивает, потому что сейчас, говорю, у меня больше свободного времени, и это свободное время я могу наконец-то уделить всем тем своим идеям, которые у меня лежат на пыльной полке, скажем так. Вот. Скажу честно, вот после того, как работаешь столько много на выходных, вообще желания нет никакого, ни желания, ни энергии, ни сил делать вообще ничто. У меня даже не было желания вообще продолжать снимать видео для канала. Вчера вообще было такое состояние, что я не хочу больше ни видео снимать, я не хочу ни это делать, вообще ничего не хочу делать. Но сегодня утром я проснулась, и у меня вроде бы такое настроение более-менее наконец-то поднялось, вернулось. Выспалась я просто. Вот. И я поняла, что я не хочу останавливаться и хочу продолжать снимать. Тем более, что сейчас у меня будет немножко неделя посвободнее, будет возможность, может быть, снимать что-нибудь более интересное, чем мои болталки, рассказывать вам про свою жизнь. С личной жизнью я завязала. Сейчас, говорю, вся я хочу уйти в работу. Я отменила этот мембершип на этом сайте знакомств, потому что, ну, сколько можно, какой смысл, уже неинтересно просто, не знаю. Вот, то есть сейчас у меня нет такого, что нужно срочно там кого-то найти или еще что-то. Если я до этого все ходила по свиданиям, не знаю, зачем только это я делала, то сейчас, видимо, у меня все прошло, да. Такое желание, и больше мне это, не знаю, не интересно. Все равно есть люди, с которыми я общаюсь по телефону, но ничего как бы серьезного, ничего такого вот. У Кэтрин через 2 недели заканчивается школа, начинаются летние каникулы. И я не знаю,
что у нас этим летом будет. Я думаю, что все-таки получится выбраться куда-нибудь там на пару дней, может быть, на Санибалы хочу обязательно выбраться, отдохнуть. И в Орландо мы хотим поехать. А так, чтобы как бы настоящий прямо отпуск там на неделю, все такое, ничего пока не планируется. Сейчас, говорю, мне нужно сказать, так сказать, крепко встать на ноги, тем более, что сейчас такие расходы, эта операция, знаете, все сразу навалилось, поэтому не до вакейшн, скажем так. Этим летом у меня, говорю, в планах это работать, набираться каких-то новых знаний, заниматься своими проектами, чтобы все наконец начало работать на меня. В общем, крепко встать на ноги. Какая-то... Я не могу сказать, что я прям так хорошо стою на ногах. Нет. Но я знаю, что скоро это все у меня наладится, и жизнь наладится, и все будет замечательно. Что еще? Вот, летом, значит, планы. Планы на это лето – это работать, работать и работать. Осенью я хочу возвращаться на учебу, потому что я знаю... Понимаю, что я хочу продолжать учиться, я хочу получить образование. И даже хотела бы, наверное, найти какую-нибудь работу даже по этой специальности. Посмотрим, что из этого выйдет. Хочу продолжать строить свой бизнес. Это связано с веб-сайтами, это магазины. Сейчас, говорю, у меня новая идея открыть новый магазин. В ближайшем будущем. Дальше хочу научиться, в общем, как самоучка буду я строить не только веб-сайт для магазинов, а вообще разные виды сайтов. Не знаю, потому что мне это как-то интересно. Такие вот дела. Что еще? Хочу вам больше рассказывать про Америку, про американских жителей. Тем более, что сейчас я работаю вот в этом в отеле, где очень много отдыхающих, вот именно американцев из других штатов, которые сюда приезжают. Рассказывать вам, какие они, как они себя ведут, какие у них традиции, привычки, скажем так. Также много европейцев туда приезжают. Русскоговорящие есть, отдыхающие там. В общем, рассказывать вам интересные истории. Вот, допустим, давайте одну историю сейчас я вам расскажу про, вот, про американцев, как у них принято, и это нормально. И я сейчас понимаю, что это нормально, но до этого до меня до головы не доходило. Допустим, приходит в ресторан пара, молодой человек и девушка, они заказали что-то покушать, и они дают расплачиваться двумя карточками, то есть они делят счет напополам, 50 на 50. Если, допустим, в русском ресторане вы видите, приходит там какая-то пара, еще что-то, мужчина платит, женщина даже не думает о том, что она должна заплатить, то, что касается американцев, это большинство из них платит 50 на 50. Если, допустим, даже не 50 на 50, они делают так: окей, сегодня ты заплатишь, тогда в следующий раз заплачу я. Так вот у них, как бы сказать, это вполне нормально, это принято, у них так принято. Так же, как, допустим, у русских принято, чтобы мужчина платил, да, то у американцев вполне нормально, что они платят 50 на 50. До меня сначала это не доходило. Для меня сначала было: как такое может, чтобы мужчина платил только половину и за собой не чувствовал никакой там вины и еще что-то. А сейчас я это вполне нормально воспринимаю. Даже вот сколько раз я не ходила на свидание, я тоже все время пытаюсь либо там карточку, либо кэш. Но у меня пока такого не было, чтобы мне платить на 50. У меня пока всем, с кем я ходила, допустим, на свидание, все время получается так, что платит молодой человек. Но говорю, если даже попадется такой, который 50 на 50, да, для меня это будет вполне естественно и вполне нормально.
не будет, знаете, какой-то вау, как так? Он сделал так, чтобы я должна была сама за себя платить. Вот. Ладно, все, я еду домой. Мне сейчас нужно будет обедать лекарства. И я вам сейчас ее обязательно покажу, какая она смешная, с этим с розовым гипсом у нас ходит, бегает со своей лапкой. Вообще. Кстати, им уже будет... им уже будет год. То, в общем, через 3 недели им уже будет год у нас, нашим маленьким красоткам. Вчера, кстати, Кэтрин, да, помыла роз, дала ей, как сказать, помыла ее, она такая пушистая, такая вся пахнет так вкусно. Аби мы пока не мыли, потому что у нее гипс, и мочить его нельзя. Аби еще не скоро съедет принять душ и принять ванну. Вот. Но потом, когда у нее все придет, мы обязательно же ей тоже дадим душ. Ну, вообще, мне нужно их отвезти на стрижку, потому что они мне все обросли, такие волосатики стали. Вот такие дела. Ладно, я поехала домой, сейчас мне нужно дать ей лекарства, покажу, какие они у меня большие, красивые, с розовым гипсом, Аби. И потом хочу сделать уборочку дома. И чуть позже нужно ехать за Кэтрин, и вечером я сегодня буду работать. Скажу вам честно, если, допустим, в тот другой ресторан, который вот я где работала, я ездила с таким нежеланием, мне так там не хотелось. Вообще прям едешь и знаешь, что не хочешь, что вот в это место мне там так нравится. Я просто еду туда, и я понимаю, что я хочу туда ехать. Хочу там работать. Это работа нелегкая, скажу вам, работа тяжелая, там ты носишься просто не останавливаясь. Вчера мы работали вообще на улице, где стоят столики на улице. На улице, где жара под 100 градусов, это где-то 35 градусов жары. Это вдвойне тяжелее, но несмотря на это, я довольна. Ладно, все, поехали смотреть моих собак. Розочка. Наша Аби. Аби. Сломанной ногой, смотрите, как сумасшедший, посмотрите. Стоп! Эй! Аби, стоп! I have a broken leg. Выпрыгивает, не знаю, не может что-то. Ой, Розочка, что с тобой, Розочка? Роза! 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 Роза огромная такая у нас. С полотенца вчера мы сушили здесь. Роза. Аби. Роза. 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 Эй, красотки. Роза, стоп, чё бы я на Аби? Нужно ей лекарство сейчас дать. Розочка, что ты злишься? В чем дело? В чем дело? В чем дело, Роза? Что такое? В чем дело, Роза? Что такое? В чем дело, Розочка? Хочу сейчас суп сварить. И питаться им пару дней, чтобы немножко прочистить свой организм. Мои красотки. Роза. Все. Все, успокоились, Роза. Нельзя на Аби прыгать так. Стоп. Аби, где твоя ножка? Где твоя ножка, Аби? Эй, Роза! 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 Розочка! 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 Что такое? Роза, иди сюда! Аби! Роза, в чем дело? В чем дело такое? Что такое, Роза? Что такое? Что такое? Ты мой кабаненок маленький. Розочка, кабаненок у нас, да? Кабанчик, иди сюда.
иди ко мне. Роза, кабанчик. Ладно, идем лапку покажем. Иди сюда, давай покажем твою лапку. Вот как она у нас с розовой лапкой. Да? С розовой лапкой наша маленькая девочка. Наконец-то она хоть себя вот так как нормально ведет. А то на прошлой неделе она все время спала, плакала. От боли мучилась. Да. А новый доктор дал ей лекарства, и теперь ей хорошо. Да, Битька? Сейчас тебе ножку починят, и будешь бегать снова. И прыгать. Да? Да? Моя маленькая девочка волосатик. Роза, кам. Иди сюда. Роза, иди сюда. I have a treat. I have a treat. Here. Роза. Розочка. Розочка. Эй. 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 Хватит. Хватит. Хватит.